Соединение со спутниками установлено. Привет, Токсик, привет, привет. Как у вас дела? Все хорошо, все нормально? Стрим не лагает, самое главное. Всем приятного просмотра. Смотрите, у нас сегодня какая груз. С вами будем возить. Видите? Где-нибудь увидели такой груз? Негабаритный груз. На Volvo FH. Всем приятного просмотра. Сделайте, как вы знаете. Ну, что вот это вот? Ну, езжайте, что там стоишь? Не видишь, что у меня тяжелый груз? Не габарит. Стрим не лагает, коллеги. Тексик. Стрим не лагает, самое главное. Ну и поехали. Раз не лагает, это хорошо, что не лагает. А мы погнали. Перевозка негабаритный груз. Груз тяжелый у нас, длинный, несовместимость по городам. Поехали. На Volvo FH из American Truck Simulator брали, адаптировали, переделали для Euro Truck Simulator. Ну и поехали посмотрим. Самое главное, чтобы стрим не лагало. Да, груз у нас реально тяжелый. Тут Тексик, вот тут. Ну рассказывай, как дела-то, как настроение-то? Каникул-то продолжается, идет. Короче, ребята, пожалуйста, пропустите, а то у меня не габарит. Не габарит. Обожаю на Volvo FH.
Ну, ну ты даешь, блядь. Ну ты гнида засранец. Не вижу, что везу не габаритный груз. Ты трешься к моему тягачу. Так, нам надо повернуться налево. Поверните налево. Так, надо решать, как что чего делать. А то видишь, у меня не габаритный груз. Так. Ну-ка. О. Спокойно. Ворачивается. Поехали. Негабаритный груз. Угу. Да, машина начал себя чувствовать очень тяжело. Шалкар по траву. Машина еле-еле тянет за собой негабаритный прицеп, негабаритный груз. О, привет, Максим, привет, привет. Как у тебя там дела-то? О, да. А как-то уже, не знаю, он как бы длинное имя, Green and Route, длинное имя. Поэтому я начал сделать короткое имя, чтобы люди быстро могли понять. D-Max TV. Как у тебя там дела-то? Все хорошо, все нормально. Ты прикинь, что я, что мы везем. Ну и как? Не габарит. Во, никогда я в жизни не возил такой груз. Груз, видишь? Да так потихоньку, как у тебя? Как? У тебя надо спросить, как у тебя там? Дела-то идет? Как говорится, дела у не прокурора, а у нас девичка. Я имею в виду, дела у прокурора, у нас с тобой девичка. На русская сборка на номер 12. Да так потихоньку. Ничего нового, ничего сверхъестественного. Если какие вопросы, проще на дискорде. О, привет там. Привет, привет. Там как там? Ют Маусли. Ют Маусли, окей, let's go. Привет, привет. Ют
Там, короче, пока я прочту, то целые два дня пройдет. Как у вас там дела? Так, всем приятного просмотра. Не болейте, крепкие вам здоровья, крепкие настроения. И много-много сил, как бы. На русская сборка на номер 12, короче. Русская сборка без дополнительной Европы. Без дополнительной Европы. У нас здесь Европа вообще нет. Только Россия и все. Чисто русская сборка. Что это значит, коллеги, Максим? Шалька. Так, продолжайте движение. Ну и как насчет торможения? Ребята, видите, какое торможение? Все, я понял, что это смайлики. Ого, американец. И тягач американец. Volvo FH 2022. И прицеп у нас более такой габаритный. Негабаритный груз. Длинный он такой. Красивый, блин. Да. Чувствую, что машина себя трафика я уменьшал. Почему я уменьшал трафика, Максим? Для того, чтобы у нас не габаритный груз, чтобы машина не возникла проблема. Поэтому я не стал. Ну, то есть и есть трафика, не говорю, что трафика нету. Трафика есть. Но видишь, мы же на не габарит, как бы. Поэтому я не стал там увеличивать мега и трафика. Вот там, видишь, и века стоит. Вот что за нами какой-то сканек. Сканер. Вот еще какой-то Audi. Видишь? Поехали. Продолжайте движение. Вот я и продолжаю движение. Да, нормально. Видишь, задо мной столько машин собралось. Видишь? Да нормально. Максим. Все на свои места, все нормально, все четко и все ясно. Максим, если есть какие-нибудь вопросы, проще на дискорде, вот как-то так. Короче, ребята, нам надо до Сибири донести вот это негабаритный груз. Ну, с вашим поддержкой донесем, куда мы денемся. На Volvo FH. Продолжайте движение.
Привет, Артур. Привет, привет. Как у тебя там дела-то? Все хорошо, все нормально? Дело идет? Или, как говорится, дело у прокурора, у нас с тобой делишка. На русская сборка номер 12. Без дополнительной Европа. То есть у нас здесь Европа вообще не существует. Нет у нас здесь Европа. Если вот так глянут. Видите, у нас Европа нету. Где у нас Европа? Европа у нас нету. Только русская сборка на номер 12. Вот. Я такая сборка давным-давно я хотел. Такой. Ну, смотрится неплохо. Не знаю кому как, но мне полно. А то я уже устал из всяких мегасборка. Вот решил сделать небольшой сборочку такой. На номер 12. Только по России будем ездить. Ну, по крайней мере, Великий Степень с Аралом и все как бы. Там дальше уже. Короче, ну дальше, надеюсь, что вы меня поняли. Ладно, поехали. А то нас там. Дело ждет, надо не габаритные грузы надо доставить, как бы. Такой замечательный груза надо доставить, и иначе никак. Ну, что могу сказать? Крепкое вам настроение, крепкое вам здоровье и крепкое вам сила, чтобы вы могли спокойно моего стрима смотреть до самого конца. Вот что я желаю. Крепкое настроение, крепкое здоровье, крепкая сила и крепкое много-много. Много чего, короче. Ну и как? Ну и как вам? Сборка понравилась? На Volvo FH, на обновленной версии, которую добавляет там. Да, когда вчера или позавчера я набрал. Начал, наверное, начал опять беспокоить тебя, да? Ну ладно. Приносим свои извинения, это самое, как его там, Максим. Наверное, ты уснул ты было или тебя дома не было, наверное. Вольвуха, моя мечта, Вольво. О, что-то сработало. Все, я больше набрать не буду. Больше я набрать не буду. Исправим свою ошибку. Это сам, как его там, коллеги. Продолжайте движение. Потому что я на работе, это самое, как его там, коллеги, я же на работе. Сегодня где-то часов 4 или 5 часов я вечер вернулся из работы, то есть. На Телеграме, хорошо, если что, потом на Телеграме я тебя наберу, как бы, на Телеграме. У меня, по-моему, на мобильную у меня Telegram установлен, надо посмотреть как. Видишь, это самое. Все не проблема. Это, как его там, Максим. Видишь, у меня интернет плохо передает графику, а то у меня, если на внешне, если записывать, то нормально. А вот когда стрим, видишь, у меня все такое же, я так понял, что у меня как бы плохо передает. Это самое, как оно, блин?
как она называется, интернет плохо передает, короче, в этом, ну, качество, я имею в виду, качество интернета плохо передает, поэтому у меня стрим плохая, как бы, типа как нудная, понимаете, нудная. Ну сейчас как, сейчас как сейчас графика стала, хотя хрень, не знаю, вам-то виднее. Короче, нам надо до Сибири ехать. Сибирь. Вот это груза достать до Сибири. Ну там, не очень далеко, конечно. Сейчас у нас Кандыгаш будет. Потом, там, короче, по всей великой степи проехать, как бы. По всей великой степи проехать. Так бы, и все нормально будет работать. Ну, FH тянет, за собой тянет там, не знаю, сколько тонн 80 или 100 чем-то, или больше тонн, наверное, за собой тащит негабаритный груз, как бы, негабарит, если так сделать. Видите, ребята, с красным флажки, с перепуждающим красным флажки, видите, ну и как вам, ну и как тебе там, Volvo FH, длинная. Длинный шасси для перевозки негабаритный груз. Ну и как вам? Ой, ё-моё, сейчас авария, то есть произойдет авария. А то так как-то неинтересно. Вот так лучше так прямо ехать. Да уж. Не знаю, сколько нам ехать, но ехать-то ехать. Кандыгаш. Продолжайте движение. Вот я и продолжаю движение. Поверните направо. Да, странно, что на некоторые места FPS начинает хавать. Хотя здесь у нас не очень большая сборка, русская сборка, как бы. Вот странно, что это самое какое-то. Продолжайте движение. Токсик, вот тут токсик. Токсик, вы тут? Или пошли поспать? О, пастик какой-то. Альга. Продолжайте движение. Вот я не знаю, как я сдаю вот это грузы. Вот правда, не знаю, как я буду сдать это грузы. Сейчас доберемся до нужного места там.
Через 300 метров поверните налево. Налево-то налево, какая разница? Поверните налево. Вот, как я здесь повернусь? Попробуй. Так, с таким образом только мы можем повернуться. А то вешу у нас-то груз тяжелый, длинный такой, нереальный. Блин, как-то неудобно так смотреть, как бы. Давай, давай, возьму-ка. Блин, правда так неудобно, ага. Если у нас там впереди машина какой-нибудь, то это плохо. А, не, нормально. Давай, давай, давай. А где мы, Вольво? Вольво ударился, наверное, где-то. Ого. Негабаритный груз. Продолжайте движение. Вот я и продолжаю движение прямо. Oversell the load. Oversell the load. В октябре. Поверните направо. Так. У меня стоп-лево нормально, нормально. Дальше пошли. Через 300 метров поверните направо. Поверните направо. Возьмите левее. Затем поверните налево. Поверните налево. Блядь, так абсолютно не видать. Что у меня красный или зеленый? Бля. А, все зеленый, можно дальше ехать. Если зеленый, то можно дальше ехать.
Продолжайте движение. Поверните налево. Возьмите левее. Jack it up. Вот так лучше. Возьмите левее.
Что ж, ребята, покинем великие степи на Great Step, попадем в этом, что ли, на территории РФ. Так и знал. Сейчас, блин, мы кое-что там забыли там ставить, чтобы нам. Фигню. Соединение со спутниками установлено. Через 200 метров съезд. Возьмите правее. Съезд. Поверните направо. Все понятно, что-то сработало, типа там перебуждает, там впереди что-то не так, значит, будьте осторожны, типа того. Возьмите правее. Thank you.
деловая линия. Через 200 метров съезд. Возьмите правее. Съезд. Поверните направо. Обнаружен автосалон нам, что ли? Поверните направо. Через 300 метров поверните налево. Поверните налево. Ой, блин, там какой-то американец нас ожидает. Блин, мне надо было его пускать. И как делать? Блин, все зря. Не знаю, она удаст мне, не удаст. Международно, да, хотя бы назад. Блин, надо было аварийка включить. Не знаю, у меня аварийка включена. Да сейчас, подожди. А, все, аварийка включена. Да подожди. Ты проще дал назад, блин. Ладно. Ну ладно, бог ты с ним. Бог ты с ним, по-моему. Ну дай международный.
назад. Ох, наконец-то сообразил. Сообразил. Гай. Круговое движение. Первый съезд. Съезд. Продолжайте движение. Поверните налево. Через 300 метров поверните направо. Поверните направо. Продолжайте движение. Поверните налево.
Через 300 метров поверните направо. Поверните направо. Через 300 метров поверните направо. Поверните направо. Через 300 метров поверните налево. Поверните налево.
через 300 метров поверните направо. Поверните направо. Через 200 метров съезд. Возьмите правее. Съезд. Поверните направо. Поверните налево, затем продолжайте движение. Продолжайте движение. Через 300 метров поверните налево. Поверните налево.
поверните налево. Через 300 метров поверните направо. Поверните направо. Продолжайте движение. Платончик сработал. Платон.
поехал обратно. Продолжайте движение. Продолжайте движение. Ну что, тормоза слов нету. Вот правда. Продолжайте движение. Продолжайте движение. Продолжайте движение. Продолжайте движение. Продолжайте движение. Сработала платончик. Оплата системы обязана. Обязана платон. Возьмите левее.
Продолжайте движение. Так, ребята, прибыли до нужного места. Сейчас нам еще здесь разворот надо делать через круговой. Возьмите левее. Возьмите правее, затем съезд. Съезд. Поверните направо. Да, тяжело его управлять, конечно. Возьмите правее, затем съезд. Съезд. Поверните направо. Возьмите левее. Возьмите правее, затем съезд. Съезд. Поверните направо. Через 300 метров поверните направо. Поверните направо, затем поверните направо. Поверните направо. Уфе. Откройся, СМС. Вы прибыли к месту назначения. Уфа. В октаву уехать, что ли? Сейчас сдадим груза и прямо в октаву. Thank you.
Да подожди ты. Не знаю, она у нас получится, не получится, хрен его знает. Так вообще не видать. Придется сдать. Oversaw the load. Соединение со спутниками установлено. Thank you.
Соединение со спутниками установлено. Ни хрена себе. Поверните налево. Ой, блин. Понятное дело. Доучился. Не получается. Давай. Вон там столкновение. Да. Ого, удалось покинуть помещение базы. Поверните налево. Yeah.
возьмите левее. Сейчас заправиться. Так, ребята, пока вы не переключайтесь, я заправлюсь и заодно себе кофейку сделаю и прямо на рейс. Сейчас заправимся. Сейчас, ребята, я вас попрошу не переключать, я быстро заодно заправлюсь и себе кофейку сделаю. И дальше поедем до Актаул. В Актаул нам надо ехать только. Сейчас как заправимся. Сейчас, ребята. Не, там сюда был софт. Насип. Что ж, ребята, вот мы и вернулись, поехали. Мали. Так, заправились, поехали. Поехали. Ай, блин. Видишь, я забыл, что у меня не габарит. Я забыл, правда, ребята. Вот теперь попробуй разберись. А, видишь, вот эта хрень мешает нам. Вот как нам... Как нам отсюда выбраться, ребята? Есть кто-нибудь? Скажите, пожалуйста, помогите. Как мне отсюда выбраться? Да сейчас, видишь, давай я аварийку включу. Так. Да сейчас подожди, что-то, что вы меня тыкаете? Не видите, что здесь происходит? Ого. Угу. Наконец-то. Слава Аллаху, что удалось отсюда нам выбраться с вашим поддержкой. Если, конечно, те, кто смотрит, не... Крепкое настроение, крепкое здоровье и крепкое терпение. Ладно, поехали. Поехали. Все, аварийка вырубили. Все, теперь можно дальше ехать.
хрена себе 960 чем-то рублей снял. Оплата системы, блядь, Платон. Платон счета автомобильного дорога. А, дорога у нас платная дорога, поэтому. Ни хрена себе 12 тонн и выше 12 тонн. Блин, не знаю у меня сколько тонн, конечно, правда. Продолжайте движение. Сейчас не вижу, сейчас светофор. Да, телефон начался, сим-карта на проводе, сай. Так, ладно, поехали. Ну, не знаю, нам сколько нам надо ехать до Актау, короче, ехать. Не знаю, с вами успеем. Второй, это уже у меня как бы... Возьмите левее. Второй груз уже с вами везем, как бы, второй груз. Вот. Вот как-то так. Так, с топлива нормально, можно спокойно ехать. Спокойно можно ехать. Бак полный у нас. Вот здесь, если здесь вообще еще сложно было попасть. А сюда выпнуться было тяжело. рублей. Продолжайте движение. Максимально. Продолжайте движение. Продолжайте движение. Я и продолжаю движение. Время покрутится. Да подождите, что там? Больно. Любишь владельца беспокоить. Продолжайте движение. О, привет, Егорок, привет. Я, извини, что я не заметил. Как у тебя там дела-то? Все хорошо, все нормально. На сборка 12, русская сборка. Продолжайте движение. Без дополнительной Европы и без каких-нибудь, только чистая русская сборка. Не габарит, везем на Volvo FH, стоковый Volvo FH. На 8x6 шасси везем более 20 с чем-то тонн негабаритный груз, цистерну, такой, вот видишь, как у вас там дела-то, все хорошо, все нормально. Продолжайте движение. А почему? Почему всех она? Вы что имеете в виду, Егорок? Игоков, что вы имеете в виду? График у меня плохая, но видите, у меня за интернета у меня как бы
У меня вот за интернета, то есть, видите, интернет плохо передает трансляцию, плохо передает зрителям, зрителям плохо передает, поэтому как-то так, я с вами согласен, я вас понимаю. Ну, что делать? Интернет у меня плохая, как бы, вот поэтому. А по поводу FPS, да, FPS там 40 с чем-то показывает. Не знаю, либо задний габарит, либо за тягач. Ну, у меня здесь нету, Европа нету, у меня только русская сборка. Если вот так сделать. Продолжайте движение. Вактаул, как бы, вот такая сборка, видишь, без дополнительной Европа, как хотел отметить, что без дополнительной Европа. Продолжайте движение. О, 956 рублей. Платон начал снять. Эта дорога оказалась, что платная дорога, поэтому весь Платон снимает. Что ж тогда, желаю тебе крепкое настроение, крепкое здоровье и крепкая сила и крепкое терпение. Что ж, спасибо, что со мной столько времени провели, конечно. Желаю вам спокойной ночи и желаю вам приятного сна. Увидимся тогда в следующем стриме. Может, следующий стрим пассировка будем, пассировка, редактор 6 под 1.47. Да, сегодня она русская сборка, а завтра уже как бы пассировка будет. Следующий стрим, я имею в виду. Через 300 метров поверните налево. Поверните налево. Поезда у нас нету, спокойно можно переехать к переезду. Пилган.
Эй, чхальга что она? Тилган, добро пожаловать в Тилган. Через 300 метров поверните направо. Поверните направо. Да, все красота, все супер, все красиво переделано, сделано. И Сибирь мапа, и российские просторы, как бы такой сборочка, побыть такой сборочка нормально. А то уже устали всякие исправить мега сборку. Поверните направо. Продолжайте движение. Поверните направо.
Через 200 метров съезд. Возьмите правее. Съезд. Поверните направо. Через 300 метров поверните налево. Поверните налево. Извини, короче, Петро. Ну, Кенворд, что есть. Через 300 метров поверните направо. Поверните направо. Баба. А? Маш, насип. Как что, казан не хер, а сафарни марзон не хер. Не, маза, да, хочу мату попить. Чё там, когда вообще бьёр, чё, брэс, кэш, найдим башкана? Чё идёшь?
Круговое движение. Второй съезд. Съезд. Biraz anay vardı çevreziye. Через 300 метров поверните направо. Поверните направо. Позорок на чехле. Полоса хаткан берем туда, чем гайдем хлей. Окей, кизаштем. Да, да, наши ворот. Лаба. Продолжайте движение. Это. Осторожно работает там. Автокран там. Позорок. Насыпь. Через 300 метров поверните налево. Поверните налево. Через 300 метров поверните направо. Направо-то направо. Поверните направо. Давай, 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 больно. Докажи, на что ты способен. Продолжайте движение. Осторожно, работает автомобильная. База. База это бейкастом. Гайская районка.
Так, топливо у нас нормально, нормально. Круговое движение. Первый съезд. Съезд. Через 300 метров поверните направо. Поверните направо. Сейчас, ребята, минутку. Все, поехали. Да, там надо кое-что надо было делать. Все сделать нормально. Через 300 метров поверните налево. Поверните налево. Thank you.
возьмите правее, затем поверните направо. Поверните направо. Орск. Возьмите правее, затем съезд. Съезд. Поверните направо. Сейчас, ребята, не переключайтесь, мне надо с FPS, мне надо разобраться. А то странно, что у меня сборка, легкая сборка без дополнительной Европы, почему-то это самое, как она называется, хрен. Сейчас, мигом. Может, так поможет сейчас? Уфа, Актау. Так, ладно. Ну и как стало? Поехали. Надеюсь, нормально стало или как там, я не знаю. Сейчас у нас маячок включен, выключен. Да, я сейчас маячок выключен. Приобрестованные очки. Ну что, опять 25. Через 200 метров съезд. Возьмите правее. Съезд. Поверните направо. Добро пожаловать в великий степен Great Step.
чаще хочется жажду удалить. Токсик, вот тут токсик, вот тут. Вы меня слышите? Токсик, вот тут или ушли, наверное? Если вы тут, ответьте, пожалуйста. Вольво, Вольво ВНЛ. Груз тяжелый у нас, поэтому не знаю, без блокировки попробуем проехать. Но это же у нас все такой же Вольво, Вольво ВНЛ. Давай, Вольво, докажи, на что ты способен, американец. Хотя они сам по себе хорошие машины, Вольво. Вольво, это же моя мечта. Это же моя мечта. Не знаю, как вам, но мне больше нравится Вольво. Вольво. Вольво сам по себе хороший тягач. Возьмите левее. Как попросишь? Возьмите левее. Возьмите правее. Затем поверните направо. Поверните направо. Хотя мы могли прямо поехать, а то потом повернуться. Ну ладно, бог с ним. И так неплохо. Блин, вот на ровной дороге красиво огонь. Продолжайте движение. Красиво едут как бы. Вольво FH. Не FH, а VNL, да? VNL. 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 Так, наше топливо пока не нуждается. Через 300 метров поверните направо. Поверните направо.
Как хорошо, когда жажду удаляешься. Сейчас там пазик. Пазик или там какая-то там, я не знаю, там. Сейчас подожди. Так, поехали. А, я же забыл, что у меня не габарит, поэтому. Давай, давай, выбегай, справляйся. Через 300 метров поверните направо. Поверните направо. Через 300 метров поверните направо. Поверните направо. Че, куда? На, да, к чему, да, ги? Манами он туда, где чисто, мимо мне, а, мимо на мете, май, где мы идем? Странно, что обратным сторону начал подавать вылета. Сейчас посмотрим, что чё, к чему. Manam da hücum oluyor okuyorum dinamıyor sakaşa miyor çıksa hemen ne pardon et ha boy dangala meti mevki farzan dörüm gelme geni boş mekme А, поня, а мы же забыли, что обратном сторону в октобе есть вылет, а блин. Да, вот это проблема. Я забыл про эту историю вам рассказывать. Ну ладно, бог с ним. Сейчас что-нибудь задумаю, передумаю. Так, ладно. Где наше радио? Сейчас радио включим. Угу. Я забыл. Ладно, сейчас сверхъестественно. Так. Так-то. Я забыл, что это ест вылета, блин. Блин, ну ладно, бог с ним. Как говорится, все, что не делаешь, все к лучшему становится. Yeah.
Быков, так, где он, так, манами дом, так, где он, так, это... Он, ёфти, эй, паника, я хулей, блядь. Соединение так, ладно, со спутниками установлено. Странно, да, что начал выдавать полигон. Я забыл, что была такая история, у меня была когда-то, я, блин, забыл. Можно его, конечно, исправить, но потом попозже, если что, следующий стрим исправим. Это, типа, в принципе, не очень большая проблема. Да, в Октобе есть такая же фигня, я, блин, забыл. Возьмите левее. Возьмите левее. Давай я лучше прямо возьмите поехать. Возьмите правее, затем поверните направо. Подожди, этот раз давай прямо загоним, прямо. Поверните направо. Да подождите. Давай прямо. Что-нибудь изменится как-то. Продолжайте движение. Насчет торможения проблема нет в этом Volvo. Йофтилхи. Чисто мере, а мне портился хорошо. А вон тахтарча душа в шум, бача душа в шум. Кибег я чудо на кио, чем бы сали кормили, а кто бы на кого-то. Да. Круговое движение. Первый съезд. Съезд. А. Ольбес, чекала. Помню, это вот где-то здесь начал выдавать воли-то, блин. Через 300 метров поверните направо. Поверните направо. Сватан бегубина. Сватан шин барыты пунда такан. Чё? Так, топливо у нас пока нормально. Не нуждается машина. Топливо проблем нет. Нормально. Через 300 метров поверните направо. Поверните направо. Кандигаш. А, мы же покинули этот, как его? В Октобе покинули этот раз. Этот раз удалось как бы все проехать. А, нет. Миша, опять такая же фигня, ну ладно. Что ж, ребята, постараемся в следующем стриме его это хрен исправить. Спасибо, что начали участвовать.
Спасибо за подписку, спасибо за лайков, за лайкос, и спасибо, что смотрели моего стрима до конца. Но это как бы не небольшая проблема, эту проблему можно, с этой проблемой исправить. Вот как-то так. Ладно, ребята, берегите себя, берегите свои близкие. Всем пока-пока, до следующего выпуска стрима. Всем пока-пока.